Дорогой Мухтар, мы знаем друг друга не один десяток лет. И моя позиция всегда была за объединение демократических сил. Много раз мы с тобой встречались и говорили на эту тему. И сегодня в обществе есть огромный запрос на объединение неравнодушных людей, которые готовы бороться с режимом Назарбаева-Токаева. Вот. Если же эти дискриминационные меры не будут убраны, то, конечно, наверное, нужно бойкотировать, активно бойкотировать эти воровские выборы. И я хочу обратиться к господину Токаеву. Не проводите трусливые выборы. Иначе вы в истории Казахстана останетесь, как и ваш друг, соратник, учитель Назарбаев, который ни разу за 30 лет не провел честные, открытые, прозрачные выборы. Меняйте правила, допускайте всех казахстанцев. Я лично вас приглашаю на дебаты. И тогда пускай каждый казахстанец увидит, кто есть кто.